что, всем привет, мы снова на Кивесте. Сегодня выезжаем в океан на нашу тренировку. Охотиться будем втроем. Готовим лодку. Ребята там ремонтируют немного. Сегодня дует сильный ветер. Не знаю, посмотрим, как получится. Будем надеяться на прозрачную воду. Как всегда, в океане какие-то поломки. Все, потихоньку ремонтируем. Походу сделал. Ну тогда просто встанем уже. Короче, знаешь, любое решение есть. А сейчас нет. Потом. Ну что, все, собрались мы. Немножко штормит уже возле берега, но будем смотреть. Группер, представляешь, стрельнул этого, и группер черный вышел здесь. Да, вот здесь сходит. Просто килл. А, да? Не-не, я его, ну, стрелял так, он умер сразу.
В дырку, короче, группер залез. Группер. Черный. Да, я, короче, я стреляю, а там эта колючая хуйня сидит. И сейчас гарпун вытащить не могу. А, ты уже оставил? Да, да. Дима, нарезай это. Нарезаю. Чинкает.
Ел чепотку? Да. Все, хуй. Чепотку все. Что самое главное, Дим, в этом блюде? Лимон. Что еще? Лимон и кинза. Да. А, рыба. Какая рыба должна быть желательно? Свежая. С какой рыбы надо готовить? Что подходит? Какая рыба подходит? Да, у нас сегодня макрель. Только. Другой рыбы нельзя. Свежая, пойманная макрель. А я сегодня, кстати, две макрели, видим, берем. Давай, что это? Только там лимона нет. Я бы тебя лимон просил купить. Нет, ел лимона, ловим. Я купил лимона много. Прям очень много. Вот Димка так руками, да? Ну пока не достал. Нет. Хорошего. Достал. Прикинь, на 45. Что, меняем локейшн? Здесь 80. 80? Да. А у меня вот готово блюдо. Смотри, какое. Еще не готово? Ну, почти. Сейчас надо, чтобы нас подварил. Ну, постояло, да. Это совсем хуйня, ничего нету, матанов нету, ничего нету. Вот только вот. А вот одно место было, где мелочь, да, была, ты вот там нарял? Да, эти да. были. Как они? Желтенькие. Целых да. Но там ничего не было, я посмотрел, думал, может быть. А я сверху над тобой, я не видел тебя, я нырнул, смотри, ты лежишь на тебе. Я думал, может быть, что-то там будет. Нихуя. Многих в жизни такого не бывает. Никогда. Да. Что у нас бывает за неделю? Да. Ты получится резать мало. Там все просто. Тебе надо было просто вот так жук, жук, потом полоски на нем делаешь и квадратики вот такие. Понимаешь? Смотри. Вот тебе нужно было вот такие вот надрезики сделать. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И просто. Давай. Через. Все. Молодец. Я стрелял в этих самых, как его, тульчиках. Маленького. Я тоже промахнулся, бля. Что я не быстрый очень. Да. А ты как раз лежал, и я над тобой нырнул и увидел их. И мимо. Прям по коже так жжж, снимай. Почти. Не достал я. Шустренькие такие, маленькие шустренькие. Хватит, да? Все, да. Потом еще добавить можно. Все, хорош. Да? Ага. Крышка на открывает. Вот она, вот, наверное, здесь. А можно еще там бутылочку воды? Да. Сейчас. Мякоть еще. Тщательно перемешиваю. Давай, Дим. Прямо не бойся. А? Не бойся прям. Я боюсь? Выбух не боюсь. И испугался стенить? Да, в этот раз рыба другая. А? Рыба другая. Ну, типа лучше. Лучше.
Ну, макрель хорошо для синичи, да, вообще, она мягкая. А вот это мы чего делали? Триггера, да, или еще? Нет, это джек. А, джек, ну почему джек? Я триггер соседке тоже давал. Понравилась очень, рыба есть. Триггер лучше. Вообще, говорит, что за рыба? Да так это. Я объяснил, что делать. Я люблю. У вас, смотрите, рыба побелела, все готово. Берем вот такие вот чипсики мексиканские, начос, и вперед. Берем чипсину, на чипсину закладываем овощи, рыбку, кинзу. Всем приятного аппетита. Лучше? Рыба решает. А? Рыба решает. В этот раз лучше, да? Угу. И еще сок лимона свежий. Наверное, поэтому. Сок лимона, ладно, очень важно. Технология. Ну-ка. Так, Тим. Подержи вот так бутылку. Вот так. Там, наверное, неудобно будет. Вот, не имея приборов, вот такие мы сделали. Нормально. Перчик нормальный, так остренько. Хорошо. Хорошо, тема. Да, да, очень хорошо. А? Очень хорошо получилось. И соли не надо. Да.
Назад, назад. Давай, ты лучше едешь. Давай, натягивай, натягивай, быстрее, быстрее, быстрее. Опа, 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 опа. О, нифига себе. Не все силы потратил, Дим. Офигенно! Офигенно! Ёлка! Я рулю, рулю. Подруливаешь? Ребят, ну что, вот закончилась наша подводная охота. Выслал Маради. Рыбы было немного, но все же день прошел очень интересно. Началось со шторма, закончилось штилем. Немножко рыбки взяли. Любой эксперимент — это эксперимент. И каждый день, проведенный в океане, не засчитывается. Не засчитывается. Всем пока. А чуть не забыл вам еще показать. Здесь ружей примерно 1000 на 5, да? Может даже больше. На $5000, представляете? 5. А, Дим? Самого дорогого еще нет. А, да, у Димы еще есть. За 2,5 тысячи долларов.